Еще один вопрос. Смотрите, вы сейчас в свободном плавании или почувствовали свободу. Как вы считаете, в дальнейшем будете искать продюсера или все-таки уже будете самостоятельно, зная, что вы хотите, да, и как себя продвигать, как работать, что вы видите, вы будете сами все делать? А время покажет. У меня сейчас очень много предложений. Какие-то в силе, какие-то уже нет. Вот. Но есть предложение. Я просто себе сказал, что я должен какое-то время определенное побыть наедине, почувствовать, как я часто говорю, вкус свободы, многое осознать в своей жизни. И если я почувствую и пойму, что это необходимо, я буду работать тогда с каким-то продюсером. Вот. Но на сегодняшний день для меня, как бы, наверное, скорее всего, найти. У меня есть сейчас команда, она небольшая. Вот это если говорить о людях, которые не выходят на сцену. Те, кто не выходит на сцену, это тур-директор, это директор по продажам концерта и это звукорежиссер. Это те люди, которые не выходят на сцену. Все остальные, ну там это музыканты, это балет, это я. Да? То есть сегодня в моей команде человек, наверное, 12. Вот если ранее было больше людей, сегодня их меньше. Ну и, честно говоря, и легче стало. Если будет нужно, то, естественно, ряды закулисной команды пополнятся. Вот, потому что, ну, я на сегодняшний день ищу человека, креативщика, креативного человека, который сможет мне помогать какими-то цельными, правильными советами. Вот, их всегда не хватает. Вот. А исполнительных людей как бы достаточно. На сегодняшний день я работаю с человеком, с девушкой, которая ездила на все мои концерты практически по всей Украине. Она была моей поклонницей. В принципе, я думаю, она таковой и осталась. И останется. Вот, это Юля. Кстати, очень многие меня спрашивают в соцсетях, работает ли с тобой Юлия Бакуменко? Работает. Вот, и очень хорошо справляется со своей работой. Помаши ручкой в камеру. Вот, собственно говоря, все хорошо, мы двигаемся дальше. И, естественно, в талантливых, напористых таких людях, которые желают проявить себя в работе, я ищу, я приветствую. Вот, я знаю, что очень многие хотят работать со мной. Это очень радует.